Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Infinix Note 12. И сейчас мы разберемся, как стереть всю историю браузера на данном устройстве. Итак, для начала мы переходим в сам браузер. Я использую Google Chrome. Здесь мы нажимаем три точки в правом верхнем углу и выбираем раздел «История». Убрать какие-то результаты поиска вы можете просто нажатием на хрестик. Если результатов поиска, которые вы хотите убрать, несколько, вы можете зажать один из них, а потом выбрать все вкладки, которые хотите удалить, и нажать на корзинку в правом верхнем углу. Либо же, если в принципе вы хотите почистить всю историю, можно нажать на надпись «Очистить историю». И здесь у нас есть основные настройки, где можно убрать историю браузера, файлы, куки и данные сайтов, также изображения. Либо дополнительные настройки, где можно будет убрать также и сайты с сохраненными паролями. Проставьте галочки там, где вы хотите что-то убрать. Потом выберите временной диапазон, например, все время, либо же только последние 24 часа. И нажмите «Удалить данные». «Удалить». Таким образом, история очистится только от определенного временного диапазона. Можно также очистить историю за все время, удалить данные, удалить. И на этом все, история будет очищена. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!